четвертьфинал. Супер шутки, супер парни. И прикольный вокал. Это Наполеон. On Dynamite. Наполеон. Ну, здравствуй, Москва! На сцене команда из города Тюмень, самого смелого города России. Это почему? Ну, мы в рейтинге лучших городов обогнали Грозные. Смело. В прошлом году на нашей первой игре был Владимир Путин, и мы проиграли. Так понятно, у него еще никто не выигрывал. Смело. Слушайте, пацаны, давайте не забывать, что мы с вами в первую очередь музыкальная команда, поэтому, Женька, давай сразу с песни. Есть что-нибудь? Конечно, у меня есть песня про повышение цен на бензин. Так, а мотив какой? Ну, жадность, скорее всего. Нет, это не пойдет, давайте другую. Находчивости русского человека в период кризиса посвящается. Купил я как-то сахар, воду и крахмал. Не для еды продукты эти все я купил. На день рождения батя подарил мне самовар. Ингредиенты загрузил и бизнес замутил. Так это ж настоящий самогонный аппарат! И пускай капает, 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 капает. Так, пацаны! Женька, я смотрю, ты все не взрослеешь. В смысле не взрослеешь? Я устроился на новую работу. Я ведущий новостей на телевидении. Врешь! Ну а что делать? Работа такая! Так, Женя! Да ладно, Славка, расслабься. Есть у меня один человечек, который решит все наши проблемы. Здорово, молодежь, моя любимая команда. Роднулечки мои. Андрюха, Степа, Глебушек. Есть хоть одно попадание? Ни одного. Ну, если что, пользуйтесь. Здравствуйте, я Александр Бурдашев. Это 100% информация. Я решаю проблемки на раз-два. Оп-оп, а ну закинь что-нибудь, сейчас Бурдашев разомнется. Ну давай, политика Дональда Трампа. Полсекунды, да, есть решение, это элементарно. Просто берем, звоним Монике Левинске, говорим, надевай лосины, у нас тут новенький, и все. Так, Артем, ты откуда его знаешь? Да служили вместе. Кстати, госпоже, привет. Слушай... Ты вообще с чего решил, что ты тот, кто нам нужен? Да ты чего, угораешь, что ли? Мы когда еще с Сильвичем начинали КВН мутить, он еще тогда сказал, Санечек, роднулька, тебе сейчас КВН выпускать вообще опасно. Пусть люди подпривыкнут лет 50-60. Ты иди лучше пока потаксуй, а я сына в твою честь назову. И вот сегодня Тёма звонит, говорит, все, КВН готов. И вот я здесь, примчал за 15 минут, потому что опыт бешеный. Слушай, ты иди, наверное, ты нам не подходишь. А, мне Тёма про вас рассказывал, он мне так и сказал. У нас тут типа главный певец, я тупой и лошара. Ладно, тусуйтесь. Пацаны, не надо, не обращайте на него внимания. Никто нам не нужен. Нам просто самим нужно стать единым механизмом. Хочешь сказать, что мы не единый механизм? Ну, допустим, ты прав, и что? Слушайте, пацаны, ну вы совсем, что ли, идиоты? А идиоты, по-твоему, смогли бы придумать остросоциальный номер? Думаю, нет. А вот и ошибаешься, Саша. Возможно, изоляции российского интернета посвящается... Интернет, возможно, отключат. Он, говорят, плохому нас учит. Придется самим воспитывать наших детей. Рассказывать, как нужно делать новых людей. Да, пацаны, тяжело мне будет с вами в сезоне. Спасибо, что проводил. А тяжело не будет. Здорово, мужики. Я Лиза, я буду играть с вами. Экстренное собрание. Ну что, мужики, как бабу делить будем?
Я ее не хочу. Я тоже не хочу. И я. Вот видите, мы все не хотим одного и того же. Так я не поняла, а что это мы жалом водим, типа крутые? Ничего, что у вас третий сезон в вышке, а вам и запомниться-то нечем. Как это нечем? Вот я, например, вылитый пельш. О, вылитый куда? Так. Послушайте, у нас тут как бы мужская команда, и женщины нам не нужны. Ну, не такая уж она и мужская, если вам женщины не нужны. No sleep till! И откуда только такие люди берутся? О, очкарик, а судя по тебе, ты с этим процессом вообще не знаком, да? Слушай, а ты так и будешь стоять и раздевать меня глазами? Я же могу и сорваться. Тём, есть шампанское. Ты чё, мне вообще нельзя, я же могу и сорваться. Так, пацаны. Не-не-не-не-не, мужики, я только что в зале смотрел наше выступление, без меня вообще не то. Вот этого слепого вообще гнать надо! Я так-то все слышу! А к слуху и не было претензий, братан. А вот то, что вот эту королеву позвали в команду, молодцы. Давненько Бурдашев одетую женщину не видел. О, а в зеркало не пробовал посмотреться? Ну че ты кусаешься, волчица? Я сходу понял, ты крутая, тебе палец в рот не клади. Или че? Или как? Слышь? Ты чё опять выперся? Сейчас, повиси секунду. А чё ты орёшь? Я вообще-то пришёл к людям, чьи имена знаю. Константин Львович, добрый вечер. Есть один проект гениальный, он просто разорвёт. Оп-оп, сейчас на СТС отнесу. Да ладно, я угораю. Я угораю, всё вам, от сердечка отрываю. Проект называется «Бурдашев». Уже мощно, я знаю. Там по затратам нужны джинсы за 3800 и Марк Тишман. Короче, в пятёрек... Короче, в пятерик должны уложиться. Смысл в чем? Мчатся два поезда, между ними на шпагате сидит Волочкова. Говорит, добрый вечер, это шоу Бурдашева. Тут бац, столб, конец заставки. Аплодисменты. Сейчас, внимание, Константин Львович. Огромная сцена, и на ней стоит ваш покорный слуга. Все верно, это Дмитрий Нагиев. Если вы понимаете, о чем я. Короче, он объявляет меня, я выхожу, говорю, это я, настоящий Александр Бурдашев. Не подделка. Если кто не верит, вот мои новенькие джинсы за 3800. Тут овации, мы пускаем рекламу, люди делают бутерброды, мы с вами в миллионы. Эрнст не выдерживает, встает, аплодирует стоя. Ладно, не стоя. Ладно, не аплодирует. Ладно, я сам. Все, мужики, короче, заканчиваем на пике. Карточка, если что, к номеру привязана. 3800, я Тишмана сократил. Все, пошли, пока. И в завершении. Сегодня против нас играют Нати, Громокошки, Татнефть и Десантники. Сегодня самая опасная игра в истории КВН. Почему самая опасная? Ну, потому что сейчас где-то на границе не хватает 20 десантников. Чемпионы уходят на смерть!